Радушно и гостеприимно город над Бугом принимал участников конференции, посвященной подведению итогов работы профсоюзных комитетов и организаций культуры, информации, спорта и туризма. Сперва гости возложили цветы к вечному огню в цитадели, чтобы увековечить героическую память предков. Затем делегацию представителей культурной сферы из всех уголков Беларуси пригласили в Музей обороны Брестской крепости. Здесь в кругу единомышленников обсудили итоги совместной работы и наметили планы на будущее. Основное мероприятие, которое мы сегодня проводим, это итоговое мероприятие, посвященное году исторической памяти. Не секрет, что наш профсоюз, а у нас творческий профсоюз, который объединяет в своих рядах работников культуры и искусства, работников физической культуры, работников средств массовой информации, люди творческие и непосредственно не только в год исторической памяти, а ежегодно, каждодневно работают на нашу историю, рассказывают о нашей истории, делают все, чтобы она сохранялась, и самое главное, чтобы истинная история сохранялась. Конечно же, не в стороне и Белорусский профсоюз работников культуры, потому что профсоюз – это наши люди. В год исторической памяти в Беларуси было реализовано множество проектов, посвященных сохранению наследия страны, ее традициям, трагическим и героическим моментам, связи поколений, талантливым людям и всему, что мы, белорусы, обязаны бережно хранить и передавать будущим поколениям. Именно музеи выполняют важную функцию по донесению правдивой истории, по формированию у населения нашей страны таких ценностей, как любовь к своей истории, любовь к своему языку, к своим традициям и обрядам. И донести мы это пытаемся, конечно же, через подлинные предметы, через наши артефакты. Поэтому сегодня хочется поделиться тем, какие интересные проекты реализовывали наши музеи и какие новые подходы в донесении этой информации мы использовали. Важным складником для формирования громадскости лишится литературная спадщина. Так, Державный музей истории белорусской литературы разом с Национальным кадастровым агентством зробили новый пласт у национальной кадастровой мапе. Это Беларусь литературная. Первый слой – это литературные музеи. Их было включено 32, где можно знайти каждый литературный музей Республики Беларусь, его адрес, сайт и фотосдымки. Другий пласт карты – это улицы, названные у гонар наших белорусских литераторов. Вось, их 994 улицы по всей Беларуси. После конференции состоялось еще одно значимое мероприятие – заседание Президиума Центрального комитета, на которое было вынесено порядка 30 вопросов, касающихся основных направлений деятельности отраслевого профсоюза. А на память о встрече на святой земле Брестской крепости участники мероприятия передали в дар художественному музею цитадели декоративное растение.